Единственный вопрос. Уже за один день на этом форуме прозвучало масса интересных предложений, мнений, оценок. Вот скажите, дойдет это до Кремля? И каков будет результат? Ну, поскольку я по роду деятельности там работаю, могу сказать, что уже дошло. Во всяком случае, я... Не, как вы дойдете до него, значит, уже дойдет. Ну, во всяком случае, те идеи, предложения, которые здесь обсуждаются, безусловно, интересны. Они основаны на реальном анализе, на понимании экономических процессов, которые происходят и в России, и в мире. Поэтому мы ждем от этого форума конкретных рекомендаций, тем более, что он собрал очень много первоклассных специалистов, ученых и академического профиля, и работающих в отраслях, и людей из бизнеса. Мне кажется, что здесь как раз такой хороший фундамент и очень хорошая площадка, которую хотелось бы дальше продвигать, развивать. И я думаю, что диалог тех людей, которые формируют экономическую политику, с экспертным сообществом Московского экономического форума неизбежен. Неизбежен. А чьи могут быть приоритеты? Или здесь паритетное начало? Экономический форум, люди, формирующие политику. Кто-то будет ведущим, кто-то ведомым. Этот форум, как я могу свое мнение высказать, отличается от других тем, что здесь участники ориентированы на объективный анализ, на поиск истины и выработку практически значимых рекомендаций. В отличие от большинства других форумов, которые носят либо рекламный характер, либо пиаровский, либо теоретизирующий, либо просто демагогический, да. Так что я связываю большие надежды с тем, что здесь в Московском университете сформируется такая широкая дискуссионная площадка, в которой, я думаю, нас нужно активнее вовлекать и моих коллег, которые работают в правительственных структурах. Спасибо. Значит, сегодня кипрская проблема опять не будет решена. Идет покер, игра, в которой участвуют три стороны. Германия, Кипр и Россия. Каждый хочет выиграть в этой игре. И никто не знает до конца, к какому консенсусу эта тройка придет. Мне лично кажется, что без 5-12 все-таки будет найдено решение. Сейчас стороны ищут, чтобы лицо не потерять и выгадать чего-то. Вообще это безобразие, что учредил Еврогруппа, потому что это очень грубая, такая бесцеремонная попытка, значит, попытка заставить людей, которые не имеют отношения к делу, она заставит платить. То есть богатые, как всегда, остаются в стороне, платят бедные. Это глупо и нелепо. И ясно, что психологические последствия очень большие. Похоже, что они сами уже не рады, что они, значит, заставили, выкрутили руки с помощью шантажа практически Кипра, да, чтобы те, значит, начали платить. Конфискационный налог – это нелепо. Можно было бы по-другому сделать, я не буду в подробности впадать. Но не надо думать, что здесь какое-то распространение этого пессимизма пойдет. Они решат все нормально по второму разу. Они сделали столько ошибок, что уже больше нельзя делать их. И они придут к консенсусу. Я не думаю, что это будет для нас большая проблема. Вот Константин Анатольевич Бабкин, я не знаю, есть у него деньги на Кипре или нет. Вот. Но если 10% у него отнимут, то это он как-нибудь смирится с этим. Это, скорее всего, так и произойдет. Но это в самом лучшем случае. То есть в худшем случае.
Я не думаю, что здесь будет какое-то заражение для еврозоны, как сейчас говорят о том, что еврозона там находится под ударом, на грани исчезновения. Все это ерунда. На самом деле они выкрутятся. Это просто была попытка немцев, как я думаю, показать, что страны, которые государственные финансы не оздоровляют и всегда надеются на внешнюю помощь, все-таки показать, что получатель кредита тоже должен чесаться, тоже должен что-то сделать, понимаете, чтобы впредь ему неповадно было. И это тоже вроде правильно, потому что если вы алкоголику даете все время взаймы и потом рефинансируете, то он и дальше будет. Вот. Я не хочу здесь сравнивать, Кипр тоже здесь попался, но вообще-то говоря, это можно было сделать в более мягкой форме. Тем более нельзя было бесцеремонно, открыто призывать Кипр не разговаривать с Москвой, а разговаривать только с Евросоюзом. Это вообще скандал. Это даже Советский Союз так не разговаривал со своими сателлитами. А почему, на ваш взгляд, до Кипра же были и Исландия, и Ирландия, Греция, Испания, Италия? Почему, собственно, Евросоюз не учится на ошибках? Почему все повторяется? Ну, ничего не повторяется, это не первый раз такой акт. Я имею в виду не акцию, а вообще ситуацию сама по себе, финансовый кризис. Но ситуация, мы все находимся в финансовом кризисе, просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Просто большие страны, они легче выходят из этого всегда, маленькие, им легче, им труднее рефинансироваться всегда. Вот. Ну и что? У немцев у своих. Тоже у них не очень здоровые финансы, в том смысле, что они противоречат критериям Мастрихта. У них там 80% долга к ВВП, а нам 60%. А почему, на ваш взгляд, Меркель пошла против Москвы? Меркель, почему? Во-первых, Меркель пошла против Москвы, а всегда против Москвы хорошо идти, когда выборы. Это всегда нравится. Нравится избирателям. Жесткость там демонстрируешь и все. У нее тяжелые дела, ей выиграть очень трудно будет, и поэтому, конечно, она, так сказать, понимаете. Здесь очень много всяких дурацких вещей. Имидж России намного хуже, чем она есть. Вот это надо понимать. Но имидж – это реальность. По имиджу судят избиратели. Если там пишут только, что у нас одни убийства, серная кислота, мафия, Большой театр, правда, действительно можешь с ума сойти. И, кстати, это правда. Но the good news is the bad news. Это только про плохие новости пишут. А они, тем более, у нас такие выпуклые и хорошие, что что про них не писать. И поэтому она, конечно же, готовится. Она к России хорошо относится. Но в данном случае ей не до любви к России. А ей надо выиграть. А, к сожалению, это как-то работает. Вы на форуме сказали, что, наверное, настало время для левого поворота. Настало время для левого поворота. Можете пояснить, если примитивно к России, есть ли силы, которые, собственно, могут этот поворот осуществить? Сил особых нету, но экономисты, профессионалы знают, что вот эта ставка на саморегулирование, и это постоянная мантра, что вот нам надо снизить инфляцию до 3%, потом длинные деньги появятся, и бум найдется кредитный. Это глупость большая. Просто глупость. Ну сколько можно говорить? И тем более еще инфляция у нас скандально высокая по сравнению с другими странами. Мы исходим из того, что государственные инвестиции, другого, похоже, нету. Это во всем мире так сейчас. Вялый частный спрос. Все в растерянности, в отчаянии, паники. И они хотят, то есть мы хотим показать, что есть альтернативная политика. Альтернативная политика, во-первых, к чему она сводится? В отработке приоритетов экономического развития. Ну, например, пояс развития от Пусана, то есть от Пусана до Роттердама или до Лиссабона. Мощный вот этот пояс развития. Нужно финансировать. Понимаете, когда говорят, что своруют, не своруют, это все, везде воруют, все зависит от меры. В Европе принято 10%, у нас может быть больше, но главное, чтобы был объект построен. И для того, чтобы закрутить экономику, нет никакой альтернативы, как государственное частное партнерство. Вы даете 10 рублей,
заманиваете бизнес, который дает 50 рублей, и все, и вы начинаете работать. Привлекаете рабочую силу, если сами не знаете, не научили еще других. Но нет другой альтернативы. А надеяться на то, что у нас инвестиционный климат, что вот нам сейчас надо одно окно сделать, что сейчас нам нужно, значит, это самое, снизить там эти налоги страховые, да? Все это ерунда. Это такое впечатление, как будто вот бизнесмены лежат на печи и ждут, пока им сделают что-нибудь хорошее. Я знаю, что есть жадность, в хорошем смысле слова, люди хотят денег. И много бизнесменов хотят денег. Если они знают, что их табуретки будут продаваться, они пойдут на все. И договорятся с органами, с налогами, со всеми, с пожарниками, с кем хочешь. А у нас ситуация такая, не в деньгах дело, просто нет ниш, куда, значит, куда можно, чем можно заняться. Потому что мы взяли крен в сторону потребителя, уже 20 лет. Потребитель у нас потрясающий, он может 400 сортов сыра иметь и вообще все, что хочешь иметь. Но их мало, их 20%, а 80% огурчики и помидорчики. И что, собственно говоря, должен малый бизнесмен здесь у нас производить? Это очень тяжелая проблема. Она не связана со шлифовкой или с этой совершенствованием инвестиционного климата. Здесь нужно государственное участие. Сейчас это очень тяжело в условиях ВТО, потому что мы не можем так позволить себе протекционизм. Но другого выхода нет. Там многие нарушают правила. Хочу сказать, надо их знать хорошо, чтобы нарушать. Но другого выхода нет. Надо провести инвентаризацию всего научно-технического потенциала, на три части разделить. Там, где мы можем догнать, там, самолетов, надо это делать. Но что-то не получается. Мы много времени пропустили. Там, где мы не можем по социальным причинам, там надо поддерживать. И третье, это где отношения безопасности. То есть сфера безопасности там уже не зависит от того. Ну и последнее, что могу сказать, мы здесь хотим действительно альтернативную повестку дня представить, потому что мы озабочены тем, что происходит в стране. Бюрократический гнет сумасшедший, государство вмешивается там, где не надо, и не вмешивается там, где надо. Ну вот, а это ненормальная история. И поэтому вот мы хотим, вот Константин Анатольевич Бабкин, он стоит в стороне, вы его не спрашиваете, а должны были бы его спросить лучше про реальный сектор. А сейчас у нас все начнется здесь дальше. Потому что это очень важно. Константин Анатольевич, наверное, МРТВ, сегодня здесь на форуме прозвучало очень много интересных выступлений, и стержнем которого было вот что, на мой взгляд, я могу ошибаться, что в этих стенах сегодня собрались люди, представляющие, ну, если не сказать весь здравый смысл экономический, то значительную его часть. Вот скажите, а нужен ли этот здравый смысл, люди, его выражающие, ну, хотя бы, так сказать, тем представителям власти, которые сегодня здесь были, представители президента, представители правительства, представители Государственной Думы, они-то нуждаются вот в этом здравом смысле, в голосе здравого смысла? Я думаю, нуждается, потому что, ну, надо быть абсолютно слепым человеком, чтобы не видеть, что в стране масса проблем, что у нас идет сокращение количества рабочих мест, что идет деградация сельского хозяйства, промышленности, да. Вот каждый человек, даже если он высокий чиновник, он это видит, но вот эта машина правительственная, которая, ну, идет вот на таким устоявшимся рельсам, она, ну, не может свернуть. Вот. И я надеюсь, что отдельные вот личные люди из правительства, которые здесь были, они услышали идеи, они услышали массу людей, которые разделяют идеи, которые говорят, что, ребят, ну нельзя так жить больше. Да? Я думаю, что это им поможет как-то сориентироваться в их деятельности. И я думаю, что вот через озвучивание этих идей, через их как бы продавливание, что ли, мы все-таки в итоге когда-то сможем повернуть Россию на созидательные рельсы. Вообще-то сегодня на форуме выступал довольно-таки интересный персонаж. Мы часто работаем в такого рода мероприятиях. Но главу Аграхима мы сегодня впервые видели с его такой интересной приской. Говорит, и поговорить не с кем. Вот скажите, на ваш взгляд, здесь вот люди, присутствующие на форуме, не относятся к этой категории? С ними есть о чем поговорить? Здесь есть люди, с которыми можно поговорить? Или только поговорить? Вы знаете, я думаю, что поговорить-то, наверное, есть с кем. Но проблема в том, что все говорят об одном и том же,
И в частных разговорах очень часто признают совершенно чудовищные ошибки, которые совершаются, и противоречия. Но потом ничего не меняется, поскольку вот в Государственной Думе у нас очень многие решения, очень многие экономические аферы, которые оформляются законом, при этом поговорить-то есть с кем. В частных разговорах, да, все это признается. Поэтому, конечно, проблема, я думаю, не в этом, а проблема в том, что по очевидным вещам, по очевидным противоречиям, по очевидным оттокам, по очевидным аферам не принимаются адекватные решения. Александр Евгеньевич, вообще-то этот форум, насколько, так сказать, можно понять, предназначен для того, чтобы попытаться помочь, о чем сказал Глазев, действующей власти сформировать некую экономическую, ну, наверное, рядом и политическую есть составляющую, стратегию страны, стратегию будущего, картину будущего. Вот вы оцениваете свое присутствие здесь вот в этом качестве, как человека, который призван помочь в формировании этой стратегии, или как? Я присутствую именно на этом экономическом форуме, оцениваю в качестве доктора экономических наук и профессора, который параллельно со своей деятельностью политика и зампредседателя бюджетного комитета Государственной Думы занимается еще и научными исследованиями. И те факты, которые есть, еще пытается анализировать и выстраивать некую логическую цепочку. То есть то, что обычно делают представители экономической науки. То есть они все-таки обобщают факты и делают выводы. Скажите, с практической, с утилитарной точки зрения, этот форум ценен? Я думаю, что этот форум, безусловно, ценен, поскольку это первый случай, когда форум такого уровня объединяет ученых социал-демократического направления. Или, вернее, объединяет всех, кто не придерживается вульгарного либерализма. Потому что на большинстве других форумов вот все эти абсолютные противоречия, которые есть, под них будет подведена некая научная база. И будет объяснено, почему хорошо вкладывать деньги в чужую экономику, а не в свою. Почему хорошо, чтобы деньги, прежде чем куда-то попали, совершили вот такой большой-большой кругооборот. Почему хорошо, когда страна, о котором говорили наши представители бизнеса, страна, добывающая ресурсы, имеющая 75% запасов газа, имеет стоимость по энергоресурсам выше, чем большинство стран, почему это считается хорошо. Последнее. Скажите, у вас сегодня о Кипре никто не спрашивал? Нет, меня спрашивали. Но мы не будем, спасибо. Как хотите.